Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный. Владыка – определение Бога как властелина, правителя, облеченного всей полнотой власти. Божья власть основывается на факте, что Он – Бог-творец, принимающий активное участие в судьбе своего творения. В Ветхом Завете идею Божьего владычества передает имя Адонай, которое также переводится как «Господь». Божья Всевышняя власть означает, что Он правит всем творением по своей воле. Ему принадлежит власть над судьбой людей и народов. Всевышняя воля Бога не имеет ничего общего с произволом. Она праведна и свята. Бог сотворил мир и дал ему закон, по которому люди должны жить. Согласно 6 главе книги Второзакония и 5 главе 1 послания Иоанна, Бог призывает всех своих подданных благоговению и любви. Божественная власть в Библии также выражается в образе Бога-Царя. Бог – Царь царствующих и Господь господствующих. «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся перед Тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он – владыка над народами».